Сегодня ушел из жизни выдающийся украинский поэт. Борис Олійник скончался после тяжелой болезни на 82-м году жизни. Он был не просто литератором, но и выдающимся общественным деятелем. Его творческое кредо – писать, как живешь, а жить, как пишешь. Олійник вел активную политическую жизнь, был депутатом Верховной Рады со времен провозглашения Украины независимости и до 2006 года. Он – автор более 40 книг, сотен стихов, эссе, статей. Президент Петр Порошенко выразил свои соболезнования родным Бориса Олійника.